Одиозному российскому банкиру Олегу Тинькову диагностировали рак крови. Предприниматель борется с заболеванием с октября 2019 года. Сегодня, 6 апреля, российское издание «Супер» обнародовало информацию о том, что Олегу Тинькову диагностировали рак крови – лейкемию. Олегу Тинькову диагностировали рак крови. Миллиардер рассказал, что в октябре ему поставили страшный диагноз – лейкемия. Говорится в сообщении. Других подробностей пока не сообщается. Однако стоит отметить, что на последних снимках в своем Instagram 52-летний предприниматель выглядит похудевшим и постаревшим. Отметим, что лейкемия является одним из самых сложно поддающихся лечению заболеваний. Причиной возникновения злокачественных образований в кроветворной системе человека могут послужить различные факторы – от наследственности до физического контакта с токсичными веществами. Лечение рака крови предполагает прохождение тех же этапов терапии, что и при обычном злокачественном образовании – химиотерапия, радиотерапия или лучевая терапия, трансплантация стволовых клеток. Специфических методов профилактики лейкемии не разработано. К общим рекомендациям следует отнести здоровый образ жизни, рациональное питание, физические нагрузки, полноценный отдых и сон, снижение уровня стресса.